я попаду в телевизор. Машина времени — это очень много, учитывая, что мы все выросли на этой музыке. И я вчера смотрел интервью Hard Talk, ну, просто уникальный человек, который большой художник. И вот мне понравилась его фраза, он делает то, что ему нравится. И получает от этого удовольствие. Но самое интересное, что от того, что он делает, мы получаем все огромное удовольствие. Давно не виделись, как сказать. За это время, а точнее, говоря совсем недавно, мы записали новую пластиночку. Она называется «Вы». Мы поиграем сегодня оттуда песенки. И, конечно, песни-то исторические, ради которых мы собрались. Мы поиграем. Мы будем петь все. Мы купили диски, у нас есть все. Вот все мы приехали издалека сюда, но только с Мелитополя. Да, 200 километров, да. Но мы проехали. Мелитополь — это за полярным кругом. Машина времени – это наша юность, это наша молодость. Я лично смотрел его 25 лет, наверное, или даже больше, 30 лет назад. Первый раз я попал на их концерт в городе Запорожье. Ну, это наша любимая, что говорить, пропал, с этими песнями. И пропал, да. Да. В Одессе мы смотрели «Идиш джаз» с Макаревичем. И вот приехали сюда посмотреть на это. Поворот, конечно, тут банально поворот, а вторая песня была, одна из первых песен была «Случилось так», только я сейчас начну петь, ты начнешь млеть, и поэтому я буду так хуже петь. «Случилось так, что небо», помнишь такое, было каким? «Синим и бездонным». У меня были мамы. Не перебивай. «И легкий ветер, ветер по морю, гнал мелкую волну, и был корабль полон друзьями и знакомыми, и путь держал в далекую страну». Ты спецом вот пел под Макаревича? Я не спецом, так получилось. Нет, на самом деле, кстати, путали. И моя мама, например, когда вот кассетно-магнитофон звучал, она, ей было не по себе, потому что тембр голоса Макаревич у меня слезал. Вот. Но самое интересное, что когда мы попали вместе в совместный концерт с Макаревичем, как-то в Москве в клубе, мы стали рядом, похожести такой нету. Потому нет, это сейчас не похоже, было похоже, все путали. Его на вокзалах путали с Макаревичем. Да, то есть в городе Усть-Каменогорске во время театра КВН ДГУ ко мне стояли люди в очереди за автографами, как к Андрею Макаревичу. И я психовал, а потом начал расписывать: Макаревич, Макаревич уже плюнул, в общем-то, вот так.